Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. В этом видео я покажу вам всю свою коллекцию монет Украины вот в таком вот альбоме. Но самое интересное, что такой альбом уже с редкими и дорогими монетами Украины прямо сейчас находится на торгах на Виолити. Я регулярно покупаю там монеты и пополняю свою коллекцию. А еще в этом видео я сделаю конкурс на 100 гривен. Так что, если интересно, продолжайте смотреть. Мы видим на сайте Виолити вот такой вот альбом регулярных монет Украины, уже 206 ставок с 1 гривны на 41 тысячу. Почему же такая сумма, вы спросите, какие же монеты здесь самые дорогие? Давайте посмотрим, что у нас указано в этом альбоме. Видите, некоторые года закрыты, но не все. Да, у нас редкие 2003, 2001, хотя, видите, монетки там есть. В сборе. Давайте посмотрим дополнительно в комментариях. Вот у нас выставлены фотографии уже с этими монетами. С пробными монетами. Порошковая гривна. Здесь этих нет у нас жетонов монетовидных. Но есть зато 10 копеек английский чекан. Довольно нечасто попадается даже на аукционах. И у нас полный комплект. Это подборка. Мы видим, какое состояние этих монет. И чуть дальше наверняка увидим 10 копеек. У нас выставлены разновидности с подписями, какие разновидности сейчас есть. Для тех, кто, кстати, коллекционирует по разновидностям, тоже интересно, вот как можно хранить данные монетки. Посмотрим дополнительно по фотографиям, что здесь есть из наборов. Соответственно, 2008 набор у нас можно комплектовать именно им. У нас есть вот такой вот 20 лет денежной реформы. Вот очень нравится гривна, которая здесь, на которой изображены, собственно, наша валюта. Давайте дальше полистаем, посмотрим, что тут еще добавили. Набор 2008 года, потрясающий у него формат, да, чеканки был, монетки очень красивые. Вот. Из 96 года у нас запайка, 10-25 копеек. Я доставал свои монеты к себе в альбом из картона. То есть они немножко по-другому там доставались. Здесь мы видим, что еще не разрезались, не доставались эти монеты. Английский чекан. Смотрите, какая потрясающая монета. Собственно, само там, где герб, у нас нет царапин. Довольно редкая монета. И можете посмотреть, почем они продавались здесь на аукционе, на Виолити. Потому что монета действительно... Много кто хочет себе в комплекте. У меня такой как раз монетки и нет. Я бы себе взял, если брал вот такую 10 копеек точно английский чекан. Возможно, в будущем она у меня появится. Так что в нумизматике главное не спешка, потому что это все-таки удовольствие собирать, дополнять альбом. Вот. И при этом, конечно, нужно не упустить возможность, если что-то интересное попадается, да, то как-то поймать удачу за хвост и приобрести какую-то редкую монетку или монетовидный жетон для своего альбома. Видим, что продавец снял резервную цену. Так что, друзья, тот, кто угадает, по какой цене будет продан этот лот, получит от меня 100 гривен на счет на аукционе Виолити для ваших покупок, для ваших продаж. Вы можете выставлять свои лоты. Вот. Сейчас еще робот перебил, как мы видим, ставку. Ну, если останется на том же этапе, как и сейчас, тогда я разыграю среди всех тех, кто оставил комментарий. Либо, когда торги продолжатся, среди тех, кто ближе всего угадает, какая же цена продажи этого альбома. Ну что ж, друзья, я желаю всем удачи. Давайте посмотрим, какой мой альбом, как он выглядит. Вот такой вот интересный альбом компании «Коллекционер», в котором хранятся регулярные монеты Украины. Ну что ж, с чего можно начать этот альбом? Я бы начинал его с пробных монет. Конечно, листы можно тут передвигать, как вам нравится. Но я бы начинал этот конкретный альбом с пробных монет, которые, соответственно, у нас планировались и запускались. Тут есть у нас 15 копеек. Они бывают в разных металлах. Вы выбираете в коллекцию тот металл, который вам нравится, и за те деньги той монетки, которые у вас доступны. 1 гривна порошковая. Есть у меня видео отдельно про эту монетку. Шаг. Такой нет у меня еще этого пробника. 50 шагов есть. 100 шагов.
и 50 шагов звезда. К сожалению, такой монеты я даже вживую не видел. И не монеты, это может быть монетовидный жетон, это такой тест. Я бы он даже из альбома этот убрал, конкретно эту разновидность, потому что очень сложно ее найти. 10 копеек английский чекан, 25 копеек, 25 копеек, 50 английские чеканы. Это редкие монеты, 2 копеек 92-го, гривна 92-го, копейка 94-го и 5 копеек 94-го года. Дальше у нас идет 92-й год. Можно дальше 94-й год, 95-й, 25 копеек, видите, 50 гривна. 96-й год у меня здесь монетки вообще из набора коллекционного. 2000-й год очень-очень красиво выглядят. Данные монеты просто потрясающе, потрясающе выглядят. 2007 год, 2009, 10, 11, 12 года. Вот так вот они выглядят с другой стороны, конкретно эти. 13 год. Разновидности, пожалуйста, разновидности. И вот такие вот конкретно монеты. Ну, вот такие вот дела. Вот такой вот альбом, довольно симпатичный. Вот такой у меня набор. Друзья, участвуйте в конкурсе, пишите ваши комментарии, как думаете, за какую цену будет продан тот набор на сайте Виолити. Я покупаю монеты Украины, я покупаю монеты для своей коллекции. Пишите мне в Телеграм. Мне это интересно, это замечательное хобби. Я желаю вам успехов в вашем хобби, в коллекционировании. И оставляйте ваши комментарии и подпишитесь обязательно на канал. Спасибо, друзья. Всем пока.